Вот коротенькое видео, как можно поменять стороны местами, если, например, вы сидите неудобно или не понимаете чего-нибудь, или вам удобнее посмотреть левую сторону туда, а правую сюда, то есть такая вот система. Вот сейчас вот коряжка слева, ее видно хорошо. Включаете меню, настройки сонара, использование автоматической стабилизации, вы его отключаете, сразу появляется графа отразить. Включаете отразить, вот, и уходите. И все, и вы смотрите. Теперь эта коряга находится справа. Вот, и крутите, вот такое впечатление, что она у вас теперь с другой стороны. Вот, ну, калибровка, конечно, для этого момента не работает, потому что отключена автоматическая стабилизация. Вот, поэтому, увы, для того, чтобы вернуть назад, нужно опять зайти в настройки, установку, выключить, отразить, в смысле изменить, и включить снова использование стабилизации изображения. И все, тогда все у вас опять появится. И калибровочка, понятно будет, где еще находится. Ну, это такая фишка, которую мало кто знает. Вот. Вашка жаловался, что вот если бы не сделали, а оказывается, оно давно уже сделано. Вот. Мы с ним разобрались в этом вопросе. Так что, если кому нужно, используйте.